Just an old-fashioned love song playing on the radio. Готовясь к поездке, мы пересмотрели и перечитали много информации о городах и достопримечательностях, указанных в программе тура. Поэтому с нетерпением ждали Митенвальд, маленький городок, прильнувший к подножию Баварских Альп. Представляли себе кукольные домики с расписанными фасадами в окружении заснеженных и подсвеченных лучами уходящего солнца Альпами. Но, как говорится, загад не бывает богат, и все нарисованные нами картинки остались в мечтах, а жизнь несла свои коррективы. Шел серый мелкий осенний дождь, в небе ни единого просвета, да еще образовавшаяся тянучка на дороге помешала нам вовремя приехать на место. Митенвальд предстал перед нами почти спящим. В окнах кукольных домиков светился тусклый свет. Жители готовились ко сну. На главной улице города ни единого человека. Лишь в кафе можно было увидеть немногочисленных посетителей. И все же наше желание видеть во всем положительное позволило и в такой ситуации получить удовольствие. Мы представили себя в сказочном городе, где из темноты вдруг возникают ожившие картинки книжки. А если опустить глаза ниже, то и персонажи этих рассказов – куклы, загадочные зверушки. И потом, посещать туристические объекты в светлое время суток – это даже как-то обыденно. А так как мы, было в этом что-то. Кстати, нашу прогулку сопровождает композиция некогда известной группы «Ночь трех собак». А заснеженные Альпы в лучах солнца и уличный вернисаж во всей красе. Ну что ж, придется приехать еще раз.